Друзья, привет! Вас приветствует Skydo Camping. Итак, это третье видео и крайний розыгрыш, третий на нашем канале. Это Вероника. И это Анатолий. Итак, мы вас приветствуем, друзья. Определится сегодня два, пускай, человека. И первый получит, значит... первый получит, и второй получит. Каждый что-нибудь получит. У нас, кстати, счастливые каналы, кто говорит, что там нереально выиграть, он уже, надеюсь, понял, что выиграть реально легко и просто. Вопрос был такой, откуда у нас, насколько я помню, время уже прошло, а я не подсматривал, откуда у нас было электричество в нашем автодомике? Ну, ответили все правильно, действительно, это, ну, первоначально это на солнечные панели идет, вот, потом стоит там инвертор, который перерабатывает, значит, и идет на аккумуляторы потом солнечных панелей, и с аккумуляторов 12 вольт инвертор перерабатывает в 220 и выдает 220. Солнечные панели в домике, это независимость, остается только... питьевая вода. Только вода в домик ставишь, и все классно будет. То есть ты можешь уехать в лес, в поле, куда угодно, там, где нету никакого электричества, в горы, да, везде, в любое место, и, пожалуйста, у тебя будет все работать. И пылесос, они у меня там и пылесосят, да, Вероника любит? Угу. Включать пылесос, фен им там надо, все остальное там вот. Хорошо, что у меня нет таких длинных волос, мне ничего не надо, а им очень много надо. Поэтому солнечные панели, правильный ответ был, вот, и все классно. Итак, что, начнем разыгрывать тогда? Да. У нас всех написал на бумажках, сейчас проверим. А будет ли смотреть? А, что ты не смотришь, что не запаковано? Ну, все равно, чтобы потом не говорили, что я подвязываю. Лариса Т. Лариса и буква Т. Кто такая Лариса и кто такая Т? Знаете, кто это? Я вам объясню, кто это Лариса Т. Лариса Т, мы только что от Ларисы Т приехали. Тёщенька моя! Да ладно! Бабуля! Тёщенька, это судьба! Вот смотри, тёщенька, как классно, да? Я вот эту вещь так не хотел разыгрывать, мне она так понравилась, это просто, это судьба. Смотри, тёщенька, давай с тобой договоримся, я тебе эту вещь дарю, а ты мне ее даришь. Зачем она тебе? Ну зачем она тебе, тёщенька, ну что ты будешь пить? Смотри, она какая, я не хотел ее разыгрывать, я долго, мой разум боролся. Не отдавай. А это, я купил их 3 таких, 4, но это было там в магазине в одном экземпляре. Их разбирают, как горячие пирожки, она сказала. И вот последнее, я так хотел эту вещь, тёщенька. Золотая ты моя. Круто. Вот это ты бахнула, а? Молодец. Бабуля, приветики! Это она вчера или позавчера только стала участвовать в игре. И вот так вот, теща Т. Значит, это ты видишь, Толика теща, тёщенька моя золотая. Целую тебя. Ой, молодец, тёщенька. Для меня, для себя выиграла подарок. Классно так. Давай второго вытаскивай. Так. Михаил Сорокин. О, поздравляем! Итак, это я знаю кто. Это мои подписчики Михаил Сорокин. Не хотели они еще участвовать. Это мы встретились на прошлых выходных на кемперах на озере. Но я их не знал. Я припарковался, еще один кемпер стоял. Я рыбку половить поехал туда отдохнуть.
с Тимохой мы вдвоем были. И подходят ко мне очень приятные люди. Говорят: Анатолий, привет, мы твои подписчики. Вот. Я сказал: пожалуйста, идет розыгрыш. Они с удовольствием нас смотрят. Вот. Мы сидели весь вечер, общались. И утром общались потом. Михаил, не забывай о том, что мы договаривались. Ты мне обещал помочь. Спасибо тебе за помощь. И поздравляю. Для вас будет персональная кружка. И можете прямо два своих имени написать туда. Ну, напишите мне, позвоните мне. У тебя, Михаил, есть мой номер телефона. И мы договоримся, что на вашей персональной кружке будет написано. Какие имена. Итак, у нас есть два победителя. Тещенька моя дорогая. Теща, молодец, люблю тебя. Ой, молодец, тещенька. Кружка мне, кружка, ну типа тебе, ну, на типа. Первое время. Но класс она у меня осталась. Я прямо сегодня ночью буду радоваться, я буду спать с улыбкой. Тёщенька, молодец. А почему тебе? Бабушка мне её отдаст. Начинается. А я её поставлю в комнату и буду смотреть на неё и вспоминать Норвегию. И твой канал. И бабулю везучую Фортуну. Нет. Да. Это нельзя. Это моя бабушка. Начинается. Нельзя, это я хотел. Нет, всё. Ну... А бабушка сама решит. Тёщенька. Я пошла бабушке звонить. Давай включи камеру. Тёща, подожди, я тебе. Кто первый? Ну подожди, так нельзя. Ты выключишь, я побегу. Звонить бабушке. Нет, так мне надо видео еще сливать туда и заканчивать. Так нечестно вообще, ты меня расстроила. Ладно, все. Всем привет. Ну так нечестно. Всем привет. Это, всем пока. От меня кружка уходит. Да ладно, мне для папы ничего не жалко. Ой, вот такая у меня дочка, молодец. Ура! Итак, поздравляем Лариса и Михаил. Вы классная пара, я рад, что подарки достались всем. Все, всем адьос, счастливо. Пока-пока.